Кадры, которые мы получили только что, Владимир Путин и Дмитрий Медведев прибыли в Арктику на остров Земля Александра, архипелага Земля Франца Иосифа. Президент и премьер отправились туда, чтобы на месте оценить реализацию программы очистки Арктики от накопившегося мусора. О результатах проделанной работы первым лицом государства рассказал министр природных ресурсов Сергей Донской. С 6 островов удалось вывести более 42 тысяч тонн самого разного мусора.